Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту AD Turbina. Сегодня я сделала вывод. Это мой первый вывод с этого проекта. Я делала $4, заказывала вывод. Значит, когда вы нажимаете «Вывести», на вкладочку, сюда прописываете сумму без всяких центов, полностью сумму. Минимальная сумма на вывод на Payeer кошелек от $1, на Perfect Money $5, и здесь вот криптовалюта без центов написано. Вот читайте, что здесь написано. Поставили, заработали $1, ставим циферку 1. Значит, здесь выбираю платежную систему. Ну, вот у меня в данном случае был Payeer. Сюда прописываем номер кошелька. Нажимаем «Вывести». Вам на почту приходит код подтверждения. Копируете код, вставляете и отправляете. И через, ну, там, через час, где-нибудь в районе часа, мне вот пришел вывод. Значит, давайте перейдем, покажу на почту. Payeer у нас берет комиссию плюс 3,96. Значит, 9.12.19 год, вот час назад это было. Значит, ну и комментарий. AD Turbina на Payeer кошелек 9 декабря. Перевод выполнен, 3.96, и комментарий AD Turbina. Ну, я не сомневалась в этом проекте. Как бы проект замечательный. Минимальный AD пакет стоит $1. И минимальная выплата тоже $1. Также у меня куплено 10 AD пакетов. И хочу обратить ваше внимание, что пакет работает не как обычно 30 дней, как мы привыкли, да, месяц. Пакет работает 25 дней. Это меньше месяца, как бы. И вот здесь у меня капает денежка на основной баланс. Значит, за мои просмотренные рекламки. И вот здесь как процент еще капает. Не вся сумма на основной баланс, как бы, вот, доступна к выводу, да? А сколько там, по-моему, 20%, я уже не помню. Вот здесь, если мы нажмем, да, 20% от суммы ежедневного начисления капает вот сюда. У меня уже здесь $1, и я могу купить пакет. Я буду наращивать пакеты. Просто я, ну, хочется сделать пробный вывод, как бы, да, и показать. Так, количество 1 выбираю. Ссылочку я вставила. Количество пакетов. Сколько мы хотим пакетов покупать? 1, 5, 10, 100, в общем, на ваше усмотрение. Нажимаю «Купить». И все. Я купила пакет. Возвращаюсь на главную. И у меня денежка отсюда списалась. Итого теперь у меня в работе уже сколько? Так, 10 у меня было. Я 5 пакетов покупала с Perfect Money. И 5 пакетов с Payeer. Как видим, вывод не обязательно, что с какого-то вы кошелька пополнили, с такого выводить. Я вот вывела на Payeer. Вот. Так, ну, в принципе, на этом все. Просматриваю ежедневно рекламку. Если мы не просмотрим, например, рекламку, то сегодня, то завтра нам начислений уже не будет. Так что нужно просматривать ежедневно рекламку. Итого у меня уже 11 пакетов. И, конечно, я на этом останавливаться не буду. Вот. Буду, как бы, хочу нарастить, а потом уже, ну, наращивать, выводить периодически. Как бы проект замечательный, суперский. Я люблю такие проекты. Я никого ни к чему не призываю. Если мне нравится проект такой, ну, такого типа проекты, это не значит, что он должен нравиться всем, каждому свое. Ну, а вы же решайте сами. Всем удачи, больших заработков. Вывод проверен. До новых встреч.